совсем мало. А в основном будет у меня все зеленое. Так, ну и я сейчас все это сниму с ниточки и буду показывать, что я планирую сделать. Буду на тросике делать ювелирном, на черного цвета, 0,38 миллиметров, вот такой тросик. Ну вот и насколько мне хватит бусин зеленых. Я буду с одной стороны, наверное, ставить бусинки вот эти квадратные. Будет у меня асимметрия небольшая такая. Ну и посмотрим, конечно, что у меня получится. Я взяла бусинки маленькие и накрутила их на пины. Я думаю, наверное, так сделать. Вот видите, черные пины тоненькие. Просто закрутила колечко и все. Взяла совсем немножко, 40 штук, 20 тут и 20 тут. Я поделила пополам, чтобы вот как-то кулончик украсить. Беру я тросик и с двух сторон я хочу одеть вот такие бусинки. Очень давно я делала такие украшения, только, по-моему, не из бусин, а из крошки. Из крошки любых камней. И давно я не крутила пины. Долго это все происходит. И сейчас я вот так одену с двух сторон и посмотрим, что у меня получится. Вот, посмотрите, как красиво получается. Очень мне нравится. Я думаю, достаточно этого будет. Уже много таких бусин будет, наверное, перебор. А их немножко, совсем такая веточка бусиков. И хорошо подходит. Сейчас хочу попробовать вот такие гематитовые бусинки. Стрелочки такие, да? Красивые. И я хочу их попробовать поставить именно вот этой стороной. Как будто здесь они будут зажимать все бусинки. И будут блестеть. Подчеркивать, как будто черная фурнитура тоже. Вот, посмотрите, как они будут. Их практически не видно. И дают какой-то блеск интересный. Вот. Теперь бусинка с этой стороны. И хочу бусинки пропустить тоже вот такими гематитовыми бусинками. 4 миллиметра. Вот эти бусинки. И поставить между ними. Я думаю, будет красиво смотреться. Как вы думаете? Мне кажется, хорошо. А вам как? Пишите мне комментарии, мне всегда приятно вас читать. Я уже многих наизусть знаю, кто мне пишет постоянно. Я очень благодарна вам, что вы мне отвечаете, пишите свое мнение. Мне очень-очень приятно. И с одной стороны я сейчас наберу эти бусинки, вот их все поставлю с этой стороны. Ну а с этой стороны я хочу поставить вот эти бусинки, зеленые. И немножко пропустить оранжевых. Сейчас наберу, чтобы не занимать время, и покажу. Вот как у меня получилось. Посмотрите, как я собрала. И мне кажется, очень оригинально получилось. Ничего сложного, но зато интересно, да? Я думаю, когда будет оно выглядеть на шейке, смотреться будет. Надо еще уметь такой цвет носить. У меня в гардеробе моем такого цвета даже
И не было никогда, да. Не знаю, как фотографировать его, с какой одеждой. Это надо уметь такой цвет носить. Напишите, кому нравится такой цвет. Интересно мне ваше мнение. Конечно, это украшение я делаю для магазина «Ярмарка мастеров». Одеваю я шарик, сейчас закроем вместе. Шарик 4 миллиметра черного цвета, все черное, так как и фурнитура черная. Одеваем протектор. Одеваю протектор. А кремп я не одела. Ну, тороплюсь, разговариваю, и мысли уходят. Надо же кремп одеть нам. Теперь одеть протектор. Проводим обратно в кремп и в бусинку. Теперь надо зажать. Кремп зажимаем. Подтягиваем и зажимаем. Здесь надо тоже зажать немножко. Теперь я буду одевать обжимную бусинку. Бусинка у меня тоже 4 миллиметра. Уже не тянется. Все, закрыли хорошо. То есть зажали кремп. Так, теперь обжимную бусинку вставляем. И чтобы протектор хорошо встал в это отверстие, сажаем его, а кремп в шапочку. Обжимную бусинку. Вот одела я шапочку обжимную, бусинку, кто как называет, и зажимаем теперь с двух сторон. Я зажимаю, чтобы это закрыть, и чтобы щели не было. И потихонечку, сильно не нажимайте. Кто учится делать это. И вот так получилось. Вот видите, шарик получился такой же, как и бусинка. Как будто это две бусинки. Так, здесь я обрезаю трусик. Прям под корень, чтобы не было видно ничего. Подтягиваем бусики. Я не хочу сильно затянуть, так как я всегда переживаю про такие бусины квадратные, что они могут перекручиваться. Вот что мне не нравится в таких бусинах. И я не хочу их затянуть, чтобы они ложились, когда одевать на шейку, чтобы они ложились вот так плоско. Здесь надо, конечно, немножко поправить, чтобы не было здесь тоже расхлябано, а все было аккуратненько сложено. Все бусинки вместе стояли. Бусинка выпала. Ну и потом сильно не натягивать. Ну, конечно, чтобы и не было, конечно, просветов. Я тоже это не люблю. Так, теперь мы одеваем бусинку и кремп. Одеваем теперь протектор. Проходим в кремп и в бусинку выводим. И подтягиваем.
Так, где мое шило? Я вот так всегда держу, и мне удобно подтягивать. Вот что я всегда говорю, перетянуть, чтобы бусины не стояли потом вот так, а чтобы они потом ложились. Поэтому такие бусинки лучше сильно не затягивать. Тросик. И оставляем здесь примерное расстояние, чтобы поместилась обжимная бусинка. Она тоже 4 миллиметра, поэтому и смотрим, чтобы здесь осталось примерно 4 миллиметра. И зажимаем кримп. Немножко можно протектор вот так зажать. Он сейчас двигается, потому что еще бусинки нету. Теперь берем обжимную бусину, укрывную, кто как называет, укрывная, обжимная, так, и одеваем. Поправить можно инструментом, если не получается, и хорошо ставим в отверстие вот в это, чтобы она встала прям вот так, видите? И потом зажимать удобно. И потихоньку зажимаем. Не сдавливаем сильно, а то у нас сплющится шарик и будет неровный. Вот этим инструментом очень хорошо зажимать именно обжимные бусины, потому что не остается никаких царапин на бусинке, потому что здесь нет резьбы на вот этих носиках плоскогубца. И теперь я обрезаю тросик тоже. Прям под корень, чтобы не было видно его. И он не мешался, он в бусине останется. Край тросика. Все. Бусики у нас лежат хорошо. Мягко. Я беру теперь карабинчик. Я думаю, вот это колечко мне не понадобится. Оно маленькое. Ну, а это я оставлю. Оно не открывается, это кольцо, оно цельное, несъемное. Я беру вот такие. Сейчас возьму вот такое колечко. Вот, видите, черного цвета. Я их уже показывала. Ну и где же оно размыкается? И не найдешь с первого раза. Вот, нашла. Открываем. И с этой стороны, с правой, вот видите, украшение так лежит. Я люблю с правой стороны ставить замочек. Многие уже знают об этом. Я повторяюсь постоянно, чтобы удобно одевать было правой рукой. И одеваю колечко и одеваю на бусики. И зажимаю. Очень красиво, и не видно, где здесь соединяется кольцо. С этой стороны у меня карабин, а с этой стороны я сделала удлиняющую цепочку, поставила. И, наконец, поставила колечко и бусинку. Здесь тоже я раскрою сейчас колечко. Вот здесь оно размыкается, нашла. И одеваем. Вот, и его даже не видно, где оно открывалось.
И вот такая удлиняющая цепочка. А вдруг понадобится увеличить колье, можно даже вот так увеличить. Это будет на шейке сзади, его и не видно. Ну, а можно где-то и в любом месте закрепить, какой вам нужен, нужна длина будет. И вот посмотрите, здесь три бусинки, здесь одна. И, мне кажется, оно уже повеселило, этот цвет. Я обязательно сфотографирую на себе. Но еще не придумала, в какой одежде. Ну ничего, что-нибудь придумаю. Посмотрите обязательно слайд-шоу. Будут в конце ролика. Я жду от вас, конечно, комментарий. Напишите мне, как вам такой цвет, нравится или нет. Это колье у меня будет на продажу выставлено. Кто любит такой цвет, пожалуйста, пишите мне. Или заходите в ярмарку мастеров. Ну, а если вам такая идейка понравилась, конечно, тут ничего сложного нет, но все равно, если понравилось вам, поставьте мне пальчики, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну, а я с вами прощаюсь. Много еще интересного будет у меня впереди. Всем пока!